Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1293. Нам нужно решить устно уравнение и пункт А. X плюс 4 равняется 0. У нас сумма равняется 0. Это в том случае, если складываются противоположные числа. Если у нас одно слагаемое 4, то другое слагаемое будет минус 4. Пункт Б. А плюс 3 равняется А минус 1. Это уравнение у нас решения не имеет, потому что не может быть такого, чтобы к числу прибавили другое число и от того же числа отняли какое-то другое число, и получился бы один и тот же результат. Поэтому пункт Б у нас нет решений. Пункт В. М плюс М плюс М равняется 3М. М плюс М плюс М. Три раза М складываем. Это будет 3М. То есть 3М равняется 3М. Но, а это верно всегда. Какое бы мы число не подставили вместо М, у нас всегда будет верное числовое равенство. Подставим 6, получится 18 равняется 18 и так далее. Поэтому тут решение любое число. И последний пункт Г. Y минус 3 умноженное на Y плюс 1 равняется 0. Произведение двух чисел равняется 0. Это бывает только в том случае, если один из множителей 0. Произведение может равняться нулю только в одном единственном случае, если один из множителей 0. То есть или y минус 3 0, или другой множитель y плюс 1 0. Если y минус 3 0, то y равняется 3. Если y плюс 1 0, то y равняется минус 1. То есть y может равняться или 3, или минус 1. И выполнили задание 1293. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.